Тут летишь. Руслик! Папа! А, ноги? Ну, можно прожженный просто сайт. Ну, ну, сегодня самого вот сыр. Я открываю ремонт. Открывай, конечно. Ну что, что будем, ну, вот, замачивать? Машина вон. Ну как она идет? За дерево не видно. Может дальше? А, не, не. Ой, как она идет, а? 100 хоть бы что и шел я. А ты, ну, долго уже едешь? С Минска. С Минска самого? Вот мама знает, вот уже надо даст тебе. Да я ж не быстро, 100 километров. Поняла мама? Он ехал очень медленно, 100 километров от самого Минска. Не чувствуется даже. Вот. Чтоб туда не пускать свою внуку туда. Во, Рустик уже ездит на нашей машине. Вот да я. Дай-ка мозгу кучу. Ага, иди-ка еще мозгу. Сосиску надо съесть. Я же ее не хочу. Где? В Могилеве. А? Да. Часть музыка. Включать радио? Музыку, ну все. В ближайшие сутки перед... Однако же днем плюс... Применяется гибок в мобилестроении. Ключ надо! Ключи! О! Знаете, сколько прибору горит быстрее? Включи свет! Добро, хорошо. Горит? Идем, ну, выключи. Музыку включи. Аккумулятор садить будем, хай? Пускай радио звук аккумулятор. Замачиваем машину. Вероника, видишь? Булки еще. Смотри, только булка, какая булка длинная была у тебя. Я думаю, я всю силу, ничего себе, когда я успел съесть.
замачиваем машину лимонадом и колбасой. Снимай колбасу. Во! Во! Это ну, заморшка. Закуска. Ай, елки-палки. Все падает. Идет как чайка. Что ехали? Больше пока не едем. Жалко. Все нас боятся. Привет маме и Веронике. От меня и Руслана. Руслан будет до самого дома ехать. На машине меня везет. А я отдыхаю. Все, поехали.